Всем привет! Вы на канале Вьюга Микс. И сегодня DIY. Я думаю, у всех есть простая, скучная белая футболка. Я расскажу, как делать из нее прикольную вещичку. Ну что ж, полетели! Для этого нам понадобятся акриловые краски, лист А4, файлик, скобка и, конечно же, сама белая футболка. В моем случае картинка будет в форме сердечка. Для начала вырезаем шаблон. Рисуем. И вырезаем. И у нас получилось вот такое сердечко. Примерим шаблон на футболку. Если вас устраивает и форма, и размер шаблона, то значит продолжаем. Лично меня устраивает. Краски можно взять акриловые для ткани, а можно, как у меня, универсальные акриловые. А сейчас самый интересный момент. Я буду наносить на лист точки разного размера и цвета. Вот и все готово. Теперь самый ответственный момент. Переносим наше сердечко с красками на футболку. Чтобы краска не отпечаталась на другую сторону футболки, надо вложить в футболку файлик, что я сейчас и сделаю. Надо хорошо прицелиться, чтобы правильно положить шаблон. И прокатываем скалкой. Теперь аккуратненько снимаем. Вот так вот красиво у меня получилось. Ну а на сегодня все. Оставляем это сушиться на 24 часа. Прошло 24 часа, краска уже подсохла. Теперь осталось только закрепить рисунок. Для этого мне понадобится утюг. Закрываем рисунок бумагой и проглаживаем. Ну а теперь померяем. Вот такая красивая футболка у меня получилась. Сейчас как раз лето, и я думаю, она мне очень пригодится. Каждый из вас может сделать себе такую же футболку, ведь это очень просто. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. И если вы не подписаны на мой канал, то, конечно, подпишитесь. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ну а с вами была Вьюга Микс. Пока-пока!